Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Боюсь общаться с людьми в детские годы. Мне сейчас 22. Часто сталкивался с травмой, по натуре своей был очень доверчив, из-за чего часто попадал в неловкие ситуации. Воспринимал саркастические насмешки за похвалу. Сейчас к любому воздействию с людьми отношусь с предостережением и паранойей, боюсь, что собеседники будут глумиться надо мной. Почти никогда не пишу людям первым, даже если с кем-то удается установить доверительный контакт, на следующее утро мне приходится заново привыкать. Боюсь, что отношение того человека ко мне успело поменяться, либо думаю, что он вел себя неискренне, с единственной целью войти ко мне в доверие и жестко унизить. Смотрите. В целом здесь проблема с самооценкой и с тем, что вы, в принципе, хотели бы донести до людей, то есть по поводу чего вы хотели бы с ними общаться. Это первое. Второе, я думаю, что, естественно, у вас есть психологическая травма, связанная с травлей и так далее. Плюс, я думаю, что очень много и сильно вы подавляете в себе злость, проецируя ее на других, что вот приводит к таким конструкциям, как то, что вас хотят унизить и прочее, прочее, прочее. Вот. Есть мнение, что человек не просто так сталкивается с травлей. Вот, люди, которых с ней сталкиваются, как правило, очень сильно себя подавляют, не умеют, не могут себя защищать и боятся это делать, что вызывает у людей злость. Вот, поэтому прорабатываем травму, вот, проживаем те чувства, перестаем подавлять злость и агрессию, естественно, для взаимодействие с людьми, работаем с самооценкой, повышаем ее, учимся опираться на себя, а не на других, и смотрим, какие у вас интересы, и что вы могли бы и хотели бы доносить до людей, по поводу чего вы хотели бы с ними общаться, и я думаю, что проблема будет решена. Всего самого доброго. Удачи!